Картину «Ленин провозглашает советскую власть» художник Владимир Серов переписывал несколько раз. Каждый раз полотно изменялось в угоду актуальной на тот момент политической ситуации. Первый вариант был написан в 1947 году. На холсте был изображен Ленин во время выступления на Втором Всероссийском съезде Советов рабочих и солдатских депутатов. На трибуне позади Владимира Ильича художник разместил Сталина, Дзержинского и Свердлова. В 1955 году живописец создал второй вариант полотна. Он слегка изменил ракурс и убрал из президиума Сталина, оставив, помимо Ленина, лишь Свердлова и Дзержинского. В 1962 году художник написал третий вариант полотна. С картины исчез не только Сталин, но и Дзержинский со Свердловым. Вокруг Ленина осталась лишь безымянная массовка.